Болгарин попал в Книгу рекордов Гиннесса за создание самого большого кроссворда в мире. В нее вошли 93 769 неповторяющихся слов. На разработку гигантской головоломки у него ушло целых 14 лет. Длина кроссворда 300 метров, как и высота самой любимой достопримечательности изобретателя Эйфелевой башни. Количество страниц тоже символично – 1001 лист, что указывает на пристрастие автора к знаменитым арабским сказкам о Шахерезаде.